Всем привет, друзья! У нас сегодня очень жарко. Мы на карьере, собаки купаются. Она не купается. Иди купайся, Луночка, иди. Сейчас я сумку возьму. С нами сегодня опять Луна Мич. Тоже сюда ходит на карьер. Видишь, он уже пристает к ребятишкам. Сейчас мы поставим сумку. Луна, пойдем. Пойдем. Никита пошел. Иди скорее. Ты прям полностью пошел. Слышу, все мельче и мельче, да? Да. Уходит вода. Мы когда в том году по Затун ходили, вообще же тут... Ну, мы тут перепрыгивали воды, сколько было. Там и вон там. Там вообще, вон где зелено, Люд, там вообще полностью все было в воде. Ууу, как тырнули. С ушами. Айдайте сюда, Луна. Лунтик. Айдайте сюда. Витюня. Деля, тоже искупайся, ну. Привет, пацаны. Дель, иди поплавай. Скоро вообще все высохнет, да? Ну, жара будет стоять, высохнет, уйдет вода. И негде вам плавать будет. Нашел. Вон и печеньки у вас валяются. На. Кстати, посиди, сейчас еще дам. Вот, молодцы. Делька. Все валяются. Все, молодцы. Все. Все. Вот точно, теперь все. Нам осталось только попить. Все, нету. Шаурму съели, печенье съели, сушки съели. Вот это да. Я тебе говорю, на четверых так нормально. Ужинать-то не будем, да, Деля? Тебе ж понравилось, Делька. Страшновато только, да? А вот охладиться, считай. Ладно, еще ветер есть, да? Жарко. Ручкам-то вообще хорошо. Плохо, когда ветра нет. Они еще и мокренькие, и ветерочек. Я тебе сейчас воду поведу. Да, хоть ее это. И да, уже она сохнет вообще быстро. Они быстро сохнут. Ну, тогда и ветер, и тепло. О, хорошо гуляем. Айда, пойдем. Иди, иди, купайся. Да, сегодня от души они, конечно, набегались, наплавались. Луна тоже. Вот так вот
нормально, да, и не печет, да? Да, хорошо. Хулиган. Ой, Эджик хорошо, да? Плодился. Велик-то уже плавал. Все устали. Ага. Наплавались, набегались. Девчонки устали. Ну да. Или тоже плавала. С Никитой плавала, да. Ой, молодец какая. Мне хорошо. Ну. Молодцы какие.